Хорошо бы ты меня не беспокоил. Без правильного ключа это не сработает. А ты знаешь Хемлора? Конечно, тут у нас народу мало. Здесь трудно не знать кого-то. Какие у вас были дела? Да никаких, он забрал свой посох и... И что? Ну, разок-другой он продавал людям брюгал. Все знали, что он это делает. Это был самый известный секрет монастыря. Что ты сделал с Ката? Я сражался с ним. Ты же велел тренироваться. Я сказал тренироваться. Я никогда не видел его таким избитым. Но даже если ты одержал несколько побед, это еще не делает тебя хорошим бойцом. Нет? Нет. Теперь пришло время тебе сразиться со мной. Если ты чувствуешь, что тебе нужно еще потренироваться, сейчас самое время. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я с легкостью вытащил у тебя почки через ноздри. Я готов. Сразимся. Остается надеяться, что ты сражаешься столь же уверенно, как и болтаешь языком. Ты не знаешь, кому переходишь дорогу. 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 Hmm.
Ты не знаешь, кому переходишь дорогу. Я сразу... Но... Нет? Не. Есть. Я пойду... Думаю... Чего тебе здесь надо? Я не слушаю. Я заслужил доверие Далмана. Во время сражений очень важно знать, кому можно доверять. И я боюсь, сражение ждет нас всех. Значит, ты будешь обучать меня? Ты доказал, что достоин обучения. Чему ты можешь научить меня? Не сомневаюсь, что у тебя полно дел. Мы сможем поговорить, когда у тебя будет дело. У тебя ведь должны быть дела в другом месте. Надеюсь, что дождь не пойдет. Хватит уже с меня дождя. Чья это могила? Чья это могила? Чья это могила? Еще одна могила. Чья это могила? Покойся с миром. Чья это могила? Покойся с миром. Чья это могила?
Остается. Ты не знаешь, кому переходишь дорогу. 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 Боюсь, что не могу. У меня и своих хлопот хватает. Мне придется сразиться с мастером Ариком в битве. По всей видимости, так. Возможно, ты даже победишь. Возможно. Сразись с ним. Тебе это вреда не причинит.
Если ты с ним не справишься, я постараюсь тебе помочь. Мне нужно... Нет проблем. Я кое-что узнал о компаньоне Хемлора. Что? Хемлор тайком встречался с кем-то. С одним послушником. Хм. Значит, можно исключить Арлока, Такера и Карлсона. Что ты еще знаешь? Энце не был партнером Хемлора. У меня есть свидетель, который это подтверждает. Таким образом, нам остаются только Эш и Тейлор. Что ты можешь о них рассказать? Я раньше особо об этом не думал. Но Хемлор и Тейлор часто ссорились. Понятия не имею, почему. Возможно, это было связано с их бизнесом. И ты мне говоришь об этом только сейчас? Тебе не казалось, что это может быть важно? Эй, успокойся. Я же говорю, что особо не думал об этом. Потасовки периодически случаются. Тихо. Я думаю. Держи свои руки так, чтобы их было видно. Мне говорили, что вы с Хемлором часто ссорились. Ты что хочешь сказать? Что я его убил? Да я его пальцем не тронул. Тебя видели на кладбище в ночь его убийства. И что? Это кажется мне подозрительным. Проклятый Хемлор. Даже будучи мертвым, он отравляет мою жизнь. Просто скажи мне все, что знаешь. Ладно, я видел Хемлора на кладбище. Он всегда ходил туда поздно ночью. Ходили слухи, что он прячет там свое золото в одной из могил. Но выяснилось, что он там с кем-то встречался. Я не видел лиц. А как ты там оказался? Этот ублюдок заломил мне бешеную цену за Брюгл. Он знал, что мне нужна травка, и знал, что я боюсь, что меня поймают. Я хотел ему отплатить. И ты убил его? Нет, я надеялся узнать, правда ли, что он там прячет золото. И я пошел за ним. Но он просто встретился с кем-то, а потом ушел. Вернулся к себе в комнату, а его таинственный приятель скрылся в верхней части монастыря. В верхней части? Естественно. Я же не мог пойти за ним. Мне туда нельзя. Партнер Хемлора имеет доступ к верхней части монастыря. Ха, значит, это Эш. А не Сенса, единственный из всего списка, кто имеет туда доступ. И твой свидетель сказал, что Энса тут ни при чем. Думаю, мы раскрыли это дело. Не сомневаюсь, что у тебя полно дел. Чего ты на меня так уставился? Неплохо бы выпить.
Хоть капельку. Восток. Говорят, руины есть на востоке. У тебя наверняка есть дела в другом месте. Мы сможем поговорить, когда у тебя будет дело. Мне нужен отдых. Что ты ищешь? Что происходит? Что? Тихо. Чего ты хочешь? Мне не нравится, что кто ты здесь? Находишься здесь. Дай мне спокойно поспать. Умер еще до того, как... Стой, незнакомец. Умер задолго до этого. Что? Кто здесь? Что тебе нужно? Даже не думаю. Тебе что? Я заняться не нечем? Доверяю тебе ни на йоту. Не сомневаюсь. Что тебе нужно? Кто здесь? Хоть это. Ищешь что-нибудь? Что? Кто? Тихо. Ничего не трогай. Я думаю, лучше народу хочет рассказать тебе. Неплохо бы выпить. Хоть капельку. Я не знаю. В чем дело? Говорят, ты шастаешь по ночам вокруг кладбища. Кто говорит? Там ты встречался со своим компаньоном, Хемлером. Это неправда. У меня там испытание было. Ты ошибаешься. Тебе стоит допросить Тейлора. Он всегда ругался с Хемлером. Давай немного с тобой поболтаем, а? О чем? Я ничего ни о чем не знаю. Я знаю, что ты поставлял травку Хемлору. Это ложь. Ты единственный из послушников, кто имеет доступ к верхней части монастыря и кладбищу. И что? Что это доказывает, а? И у меня есть свидетель. Ты продолжаешь лгать, чем только ухудшаешь ситуацию. Сперва скажи мне правду. Нет. Нет, ты ничего от меня не узнаешь. Я буду сражаться с тобой, чтобы доказать, что это не я. Тогда доставай оружие. Кто говорит? Там ты... Это неправда. У меня... Ты ошибаешься. Он всегда... О чем? Я знаю. Это... Ты... И что? И у меня... Но я могу тебе помочь. Ладно, ладно. Это я добывал брюгл для Хемлера. Но я не убивал его. Клянусь. Но ты что-то об этом знаешь. Я знаю только, что Хемлеру угрожали. Возможно, он перешел кому-то дорогу. Кто угрожал Хемлеру? Ха, без понятия. Даже гадать не хочу. Я ведь не воришку ищу, стащившего миску каши. Хемлер мертв. Я ищу убийцу, Эш. Ты хочешь знать, кто убил Хемлера? Ты действительно хочешь это узнать? Как ты думаешь, зачем я здесь? Тогда сам продавай брюгл. Тот, кто убил Хемлера, придет и за тобой. Ты хочешь помочь мне? Или жаждешь моей смерти? Ладно, давай сюда брюгл. Не могу поверить, что я так просто отдаю свое имущество. Вот пакет. Внутри осталось десяток самокруток. Тебе нужно продать или раздать достаточно, чтобы стало ясно, что ты новый торговец. Да, и еще одно. Хемлер
продавал свой товар по 50 золотых за самокрутку. Советую торговать по той же цене, чтобы не было неприятностей. Что мне делать, когда я все продам? Делай, что хочешь. Можешь подождать и посмотреть, не появится ли убийца. Как хочешь. Если тебе повезет, они могут поговорить. А может, просто разберутся с тобой. Как с Хемлером? Это случится, когда ты будешь спать или принимать ванну. В любой момент, когда ты потеряешь бдительность. Так бы сделал я. Только это был не я, понятно? Хочешь покурить? Я отдал их тебе. И я больше ни разу в жизни не притронусь к этому размягчителю мозгов. Что? Что? Кто здесь? Хочешь, Брюгла? А у тебя есть? После всей этой истории с Хемлером, я уж думал, запас истяк окончательно. Вот. Отличная штука. Даже не знаю, что лучше. Пить или курить. По мне, и то, и другое в самый раз. Так что я выпью и покурю. Хм, здесь кто-то есть? Эй, ты куришь, Брюгл? Есть ли у Абракса брови? Конечно, я курю. Что происходит? Хочешь что-нибудь покурить? Немного духовной подготовки перед грядущей битвой. Почему бы и нет? Я буду курить все, что ты мне дашь. Что? Кто? Я продаю Брюгл. Интересует? Откуда у тебя, деточка, Брюгл? Брать будешь или нет? Если б хотел, я бы его у тебя просто отобрал. Ну, ты покупать будешь? Или только выпендриваться? Ладно, куплю немного. Но смотри, чтоб товар был хороший. Кто здесь? Что? Что не так? Желаешь покурить? Нет, эта дрянь сушит разум. Она не для меня. Мне нужно улучшить технику боя. Нет проблем, друг мой. Что это было? Куришь? Травка? Ты занял место Хемлера, верно? Да, не откажусь. Сколько? Для тебя 100 золотых монет. Да ты еще хуже, чем Хемлер. Ладно, ладно, я заплачу на этот раз. Но постоянным клиентом точно не буду.
Что? Кто? Кто здесь? Тебе нравится курить, Брюгл? Что? Ты теперь занимаешься тем же, чем и Хемлер? Я пытаюсь привлечь внимание убийцы. А, понятно. Да, я бы выкурил Брюгла. Вот твое золото. Что это было? Тебе нужна травка? Таким путем можно достичь просветления, но оно будет недолговечно. Покурить не желаешь? Ты, видимо, нашел заначку Хемлера, да? Хочешь раскрутить свое дело? Брать будешь или нет? Ладно, ладно. Дай-ка самокруточку. Только не забывай, что с этим делом здорово нарваться можно. Вставать на пути у Ордена не слишком разумно. Хочешь покурить чего-нибудь? Покурить? Ты имеешь в виду Брюгл? Откуда это у тебя? Я пас. И смотри, чтобы никто тебя за этим не застукал. Тихо. Боюсь, что не могу тебе помочь. У меня и своих хлопот хватает. Без правильного ключа это не сработает. Хочешь, Брюгла? Ну, если у тебя вдруг найдется, то я не откажусь. Но ты не получишь ни монеты сверх того, что я платил Хемлеру. Отлично. У меня есть Брюгл. И что? Он поможет тебе забыть о долге. Да. Разве тебе больше нечего делать? Я продал весь Брюгл. И что теперь? Теперь надо ждать, пока убийца не придет выяснить, кто позарился на его клиентуру. Помнишь, как кончил Хемлер? Что ж, твоя голова – это твоя голова. Если ты действительно хочешь приманить его... Старайся не попадаться на глаза. Избегай людных мест. Есть предложение? Не знаю. Может быть, туалет. Чем ты сделал это, парень? Мастер Арик
Не мог бы ты прийти сначала ко мне? Ты что, действительно не понимаешь? Я вижу, что вам требуется собственное дело. Возможно, нам стоит объединиться. Только не после того, что ты сделал. Ты понятия не имеешь, что происходит за пределами этого острова. Ты видишь только то, что у тебя перед носом. Тогда зачем вы убили его? Я всего лишь хотел получить свою долю. За то, что помогал ему найти клиентов. За то, что закрывал на все глаза. Мне было нужно это золото. Чтобы вернуться на материк, я должен найти. Так что происходит на материке? Этого я могу никогда не узнать. Возможно, уже слишком поздно. Слишком поздно для всех нас. Брюгл был моей последней надеждой на возвращение домой. Их последней надеждой. Я тебя убью. Еще один отправится в дорогу.